на пляж. Люди загорают и купаются. Они были абсолютно. И, возможно, я залезу в море. Шикарно. Но люди, в общем-то, ходят в курточках. Не сразу в воду залезешь. Все-таки я ее уговорил. Жалко птичку. Это будет очень-очень больно. И даже кайфно, но... Эта рыбка очень вкусная. Привет, друзья. Привет. Сегодня 9 января. И мы идем... На пляж. Ну, на пляж это, может быть, сильно сказано, но до пляжа мы все-таки дойдем. Посмотрим, как там обстановка. Может быть, удастся немножко позагорать. Полчасика-часик. Походим по берегу, посмотрим и вам покажем. Надо же нам поделиться с вами морюшком и солнышком. Конечно, как без этого. А вот мы уже и на пляже. А посмотрите, какая на пляже красота. Посмотрите. Люди загорают и купаются. Вот это здорово. Сейчас покажу. Здесь, смотрите, наверху люди сидят в кафешке, в апельсинке. Тоже наслаждаются морешком, солнышком. А сейчас мы пойдем дальше, посмотрим, что. А вот смотрите, когда мы жили в гостинице Беломара, мы ходили из самой гостиницы через этот подземный переход. И сразу выходили к пляжу. Но пляж по-другому выглядел совсем. Вот таких плит, как сейчас, они были, но они не были такими огромными. И здесь везде лежал песок. Вот мы теперь думаем, либо это так много песка привозили, либо все-таки этот, либо все-таки эти плиты как-то вышли. Но все-таки я думаю, что сюда так много привозили песка. Миллионы тонн? Сомневаюсь. А вот эта лестница, она и тогда была. И у нас есть старые фотографии, на которых мы покажем вам. Но берег выглядит абсолютно по-другому. Что произошло, непонятно. Мы сейчас решили позагорать немножко. И, возможно, я залезу в море. Посмотрим. А вот тут, смотрите, интересно, между плитами прям вот такая прослойка камней. Как они тут образовываются, непонятно. Посмотрите. Ну, отслаиваются как. Песок спрессовывается, наверное, и так получается. Люди вовсю купаются, и я тоже пойду попробую водичку. Ирина, я буду тебя сейчас уговаривать пойти купаться. Вода просто супер, просто обалдеть. Вот такая. Ощущения замечательные. Вот я искупался, мне понравилось. И сейчас мы спросим, вот мужчина тоже купался, спросим, как у него ощущения. Здравствуйте. Здравствуйте. Я видел, что вы тоже купались зимой сейчас. Да, купались, я прекрасно. Как у вас ощущения? Шикарно. Понравилось? Великолепно, не ожидал, что в январе тут можно такое быть. Хотя бананы растут, но в море купаться не думал, что так можно. А как вас зовут? Александр. И откуда вы? Киев. Очень хорошо. Спасибо большое. Взаимно. Приятного отдыха и загара получить в такие январские, казалось, короткие дни. Спасибо, и вам тоже приятного отдыха. Благодарю, до встречи. Ну, люди, в общем-то, ходят в курточках. Я сейчас покажу. А я уговорил Ленку купаться. Сейчас покажу.
Ну, давай, Лена, соберись с силами, с мыслями. Вообще вода хорошенькая такая. Ну, как хорошенькая? Ну, как у нас летом. Такая. Не сразу в воду залезешь, прямо скажем. А ты попробуй. Все-таки я ее уговорил. И я думаю, что она об этом не пожалеет. Пойду тоже купаться. Вот Лена искупалась, быстро-быстро. Быстро переоделась, потому что водичка такая довольно свежая. Купаться можно, конечно, и даже кайфно, но долго не выдержишь в воде. Ну, минут 10 максимум, я думаю. Вот посмотрите, обратите внимание, вот оттуда видно уже, что идет фронт грозовой. И, скорее всего, сегодня будет, вечером уже будет дождь. И по прогнозу тоже обещают дождь. А сегодня такая замечательная погода. Не хочется упускать момента, я пойду купаться третий раз. Ну, рассказывай. Все рассказывать? Кайф не иначе. В январе купаться. Лучше не придумаешь. Не замерз? А? Не замерз? Ну, видно. Видно, не что видно. Я весь дрожу, прям не могу. В общем, отлично, абсолютно не холодно. Купаться классно, кайф. Вот уже солнышко спряталось, и нам надо собираться уже, переодеваться. Сейчас я вам покажу, какая красота. Вот дождь надвигается, как красиво. Вот эти черные лужи, это кто-то поймал каракатицу, и каракатица выпускает свои чернила. Вот у кого-то был улов, смотрите, какая чернота. Если я когда-нибудь увижу, что кто-нибудь поймал, я обязательно покажу вам. А может быть, посчастливится когда-нибудь и мне поймать. Ребята, представляете, идем мы по пляжу, и что мы нашли? Посмотрите. Мы шли, и рыбку или птичку нашли. Представляете, это вот... Вчера был шторм, и, скорее всего, вот она вылетела. Вот это летучие рыбы, которые вылетают и пролетают там сотни, ну не сотни, там десятки метров над водой. Вот представляете, как она выглядит? Довольно-таки свежая, так прям рыбкой свежей пахнет. Вот так, сейчас я вам покажу, как она выглядит. Это летучая рыба. Сейчас мы ее помоем и посмотрим поближе. Вот, наверное, вылетела птичка и упала на песок. Вот так вот выглядит летучая рыба. Посмотрите, какие у нее плавники. Вот, ребята, смотрите, я помыл. Какие у нее плавники. Действительно, как крылья. А так выглядит, как селедка какая-то. Прям... Ну, просто пахнет свежей рыбой. Жалко птичку. Но что делать? Вылетела. И упала в песок, видимо. Я думаю, что вряд ли ее кто-то поймал, потому что этих рыб я не видел, чтобы ловили на удочку. Скорее всего, она просто вылетела. С дуру вот в песок попала. Вот так. А мы пойдем дальше. Может быть, еще что-нибудь интересное найдем. Покажем. Вот посмотрите, сколько здесь рыбаков много. Я вот не знаю, почему они все здесь сконцентрированы. Сейчас посмотрим, может быть, здесь хорошо ловится что-то. Да, он поймал что-то, какую-то рыбку. Сейчас посмотрим. Вот что здесь ловится. Ребята, посмотрите. Снимает щипцами, потому что эта рыба жалится. И это примерно укус, как у осы будет, если она с
своими плавниками, вот колючками попадет в руку. I know, so much. Вот эти колючки. Evet, bak, да. Автодор. Да. Если эти колючки işte... колоться, то будет evet. Очень-очень больно. Очень болезненно. Evet. Эта рыбка очень вкусная, но только нужно очень аккуратно так снимать. Вы видели, он прям плоскогубцами ее снимает, чтобы не уколоться. Потому что, да, очень болезненные уколы от этой рыбы. А сейчас мы посмотрим, какие рыбки у него в ведерке. О, целых три и точно такие же. Снасть выглядит вот так вот, крючочки. Это хлеб насажен, дальше грузило. И вот такой вот большой поплавок. Вот такую снасть забрасывают, и попадается рыбка. Вот так вот ловят. И закидывают метров, наверное, на 15. Вот там вот далеко поплавок. Ну, вот мы и прогулялись по пляжу. Даже покупались, позагорали и покупались. И не уйти нам отсюда. Так хорошо. Да, но становится уже прохладно. Вот я уже даже в кофте. И я тоже. И да. Вот там уже скоро дождик. Скоро вот будет дождик, да. Надо и... торопиться. Уже холодный ветерок подул. Ну, не смотрю, холодный, не холодный. Более-менее так прохладненький. Да. Люди уже тоже собираются с пляжа, уходят все. И мы тоже идем домой и будем с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии обязательно, ждем, ответим на все комментарии. И всем пока-пока! Пока-пока!